Переключаться в Tmux между вкладками можно так же, как в терминале, только используя команду Ctrl-B. Чтобы переключиться на вкладку номер 0, например, нам нужно нажать Ctrl-B 0. Чтобы переключиться в следующую или предыдущую вкладку, нам нужно нажать команду Ctrl-B N или Ctrl-B P. Чтобы выйти из текущей вкладки, нужно нажать команду Ctrl-B X или напечатать Exit в нашей командной строке. Давайте попробуем. Сейчас я нахожусь в второй вкладке. Набрав команду Ctrl-B 0, я перейду в вкладку номер 0. Видно, что звездочка переместилась со второй вкладки на нулевую. Теперь, набрав команду Ctrl-B N, я перемещусь в следующую вкладку, то есть в первую. Видно, что звездочка теперь у нас находится на вкладке номер 1. Чтобы вернуться в предыдущую вкладку, я нажму команду Ctrl-B P. Таким образом, я вернусь в вкладку номер 0. Теперь я хочу закрыть вкладку номер 0 командой Ctrl-B X. Перед этим Tmux меня спросит, действительно ли я хочу это сделать. Я скажу, что да, хочу. Теперь, как видите, у меня осталось всего две вкладки. Первая и вторая.